Сегодня будет очень трудный день, бойцы. Командование приказало выйти на шоссе Брест-Варшава, чтобы отсечь противника от тылов и перекрыть им путь к отступлению. Сначала вам придется выбить фрицев из этой линии траншей. По ним отработает артиллерия, так что серьезного сопротивления они не окажут. Потом продвигайтесь вглубь территории противника, подавляя любой очаг сопротивления. По данным разведки, в этой деревне немцев немного, так что с ними вы быстро справитесь. А вот на холме враг укрепился на славу. С ним придется повозиться. И самые укрепленные позиции у фрицев в деревне возле шоссе. Когда будете их атаковать, помните, батальону приказано укрепиться в этой деревне. Так что чем меньше окажется разрушений, тем проще будет обороняться. Так, точно! Противник, за мной! Огонь! Огонь! За мной! Огонь! 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 Огонь!
машину! Так, пошли! Здесь!
Точно. Последний рывок, бойцы! Нужно выбить немцев из деревни и занять этот укрепрайон! Точно!
точно. Снабженцы успели! Боеприпасы и мины подвезли! Бойцы, разбираем боеприпасы, а саперы заминируют поле и дорогу перед нашими позициями! Oh!
Точно. Штрафбата форсировали реку Буг и захватили первую линию вражеских траншей. Развивая наступление, штрафники ликвидировали опорные оборонительные пункты немцев и оседлали автодорогу Брест-Варшава. Заняв оборону, успешно отразили все контратаки противника.